Деревья – наши лучшие друзья. Они вырабатывают кислород и поглощают углекислый газ, позволяя нам жить здоровой жизнью. Мы не только получаем свежий воздух, мы используем древесину для постройки домов, которые служат нам прибежищем. Но это видео вас удивит, ведь мы расскажем вам о деревьях, которые опасны и даже смертельны для человека. Пока ты сидишь и смотришь это видео, другие зарабатывают большие деньги. За 2 недели я поднял 100 тысяч рублей, и ты тоже так можешь. Не веришь? Зайди по ссылке в описании, проверь сам. Стрихиновое дерево. Вечно зеленое дерево, из которого получают яд курары, называют стрихиновое дерево, или рвотный орех, или чилибуха. Именно оно и служит источником алкалоида стрихнина. Токсичное воздействие стрихнина вызывает повышение уровня адреналина, что в свою очередь может привести к быстрому повышению кровяного давления и резкой остановке сердца. Смерть наступает в страшных судорогах, возникающих от одновременной стимуляции двигательных и сенсорных узлов спинного мозга. Симптомы смерти от отравления стрихином очень схожи с симптомами смерти от столбняка. Даже самая микроскопическая доза сульфата стрихнина вызывает смерть взрослого человека за 14 минут. Мангровое дерево. Мангровые деревья – это уникальные растения, которые растут на болотах и вблизи других водоемов. В большинстве своем они довольно безобидны, но одна разновидность, произрастающая в Бангладеше, Индии и Австралии, называемая в народе молочная мангрова или слепой глаз, может быть очень опасна для человека. При разломе веточек или разрыве листьев она брызгается белой жидкостью, которая вызывает серьезные ожоги кожи или временную слепоту при попадании в глаза. Если употреблять эту жидкость правильно, то она обладает и полезными свойствами, например, антибактериальными, антиоксидантными и даже антираковыми. Но если вы не ученый-специалист, то вам лучше избегать этого дерева. Сосна бунья. Вечно зеленая сосна Араукария бидвилла или бунья-бунья – единственный выживший представитель этого вида деревьев эры Мезозоя. А первые деревья относились еще к юрскому периоду. Это высокие 50-метровые деревья с ценной древесиной и съедобными орешками, похожими на кедровые. В чем же тогда состоит опасность? Она в самих шишках, которые гораздо крупнее ананасов и весят более 6 килограмм. Для ничего не подозревающего туриста, который прогуливается под красивыми деревьями, это может стать неприятным и даже последним сюрпризом. Ходить под такими деревьями можно разве что в каске. Австралийцы обычно обносят эти деревья небольшими заборчиками, чтобы предотвратить несчастные случаи. Труба ангела. Дерево бругмансия настолько необычно, что в народе ее называют по-разному – дерево дьявола или труба ангела. Такое противоречие в названии имеет обоснование. Цветы дерева ангельски прекрасны, но само оно дьявольски ядовито. Яд цветов и других частей бругмансии вызывают жар, спутанность сознания, тахикардию, головные боли, зрительные и слуховые галлюцинации, амнезию, паралич и даже приводит к смерти. Этот яд лег в основу излюбленного преступниками наркотика, которым они одурманивают своих жертв. У наркотика нет ни цвета, ни запаха, он легко подмешивается в еду и питье и делает человека полностью зависимым от своего мучителя, целью которого могут быть деньги или, к примеру, личная месть. Это еще один удивительный пример обманчивой красоты растений.